Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и вчера я выложил вот это видео, в котором рассказал, как можно взять себе загадочный кристалл абсолютно бесплатно. Разработчики выложили вот такое вот сообщение по факту получения кристалла, в котором мягко намекают на то, что не советуют обменивать данный кристалл и предлагают вам придержать его у себя в хранилище для того, чтобы в будущем он принес нам максимум побед. У меня есть предположение, что данный кристалл будет дополнительной валютой для получения лесной ведьмы на Хэллоуин. Поэтому я решил его себе оставить в хранилище и не обменивать на косарь свободки. Но все-таки сделал глупость, нажал на клавишу обменять для того, чтобы посмотреть, что мне за него предложат. Ну а оказалось, что это действие единокликовое. Ну и соответственно, с меня списали данный кристальчик и начислили мне 1000 свободки обещанной. Меня это дело не устроило, понятное дело. Я очень сильно расстроился. Ну и я решил себе его вернуть, и как вы видите, кристалл опять находится на своем законном месте среди сертификатов у меня в хранилище. Как это сделать и почему я считаю, что это важная информация для многих игроков? Может, вы эту глупость не сделали, но как показывают комментарии под моими видео, ну вот допустим вот этот комментарий, который был добавлен час назад, все-таки есть игроки, которые точно так же, как и я, совершили данную глупость и произвели случайный обмен. Я обратился в центр поддержки с вот таким вот сообщением. Текст сообщения я обязательно оставлю в описании к данному видео, для того, чтобы вы могли его просто скопировать в случае необходимости и вставить в нужную вам ячейку для обращения в техподдержку. Ну и, как вы видите, я обратился 38 минут назад, и 5 минут назад я уже получил ответ позитивный по поводу того, что кристалл мне вернули, ну и, соответственно, за что я ребятам из техподдержки и благодарен. Если вы не знаете, каким образом обратиться в техподдержку, сейчас попытаюсь и в этом отношении быть вам полезным. Заходите в настройки, нажимаете поддержка. Когда вы нажали на поддержку, вас перебрасывает на страницу центра поддержки Wargaming. Ну и здесь вам необходимо опуститься вниз, нажать обратиться в поддержку. В предложенном списке вам необходимо нажать вопросы по игре. После того, как выбрали вопросы по игре, вы выбираете игровые предметы и ценности. Здесь выбираете восстановление и исключение, продолжить. Здесь выбираете платформу, на которой вы играете. В моем случае это был Wargaming Game Center, но если вы, допустим, играете через Android с телефона или планшета, то, соответственно, выбираете вот эту платформу. Ну, короче говоря, выбираете то, с чего вы играете. Как я сказал, в моем случае Wargaming Game Center. Указываете, когда обнаружена была пропажа. Ну, соответственно, когда вы произвели этот случайный обмен, в моем случае это было вчера, 14 числа, в, допустим, там, ну, в моем случае в 17:00, что там допускать. Что пропало? Вот так вот указываете загадочный кристалл, ну и сюда вставляете текст сообщения, который я положил в описании к данному видосу. Нажимаете «Отправить заявку» и просто ожидаете позитивного ответа. Я уверен, что разработчики вам в этой милости не откажут, ну и, соответственно, вернут вам потерянный кристалл. Я очень сильно надеюсь на то, что я был полезен вам в этом видео. Если для вас это видео не было полезным, то не ставьте дизы, пожалуйста. Я стараюсь не только для тех, кто все знает, но и для тех, кто в чем-то где-то не осведомлен. Стараюсь специально для вас и побежал снимать следующее видео. От вас прошу немногого, подпишитесь на канал прямо сейчас, если вы хотите вовремя узнавать все новости в игре, и если хотите слышать честное мнение о том, что в этой игре происходит. Обязательно ставьте лайки, обязательно пишите комментарии, ну и обязательно нажмите на колокольчик, для того, чтобы не пропустить выход следующего видоса. Побежал снимать для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.